еще ого-го. Метр. Куда ты нас привез? Саня, это Слободское. Вот такой озеро. В очередной раз мы снова здесь. Кто будет такой, что клиент забудет обо всем на свете? Кто у нас клиент? Да. Лунки просверлены, стали в хоровод. Что, манку-то сразу сыпать, да? Оп. Так. Подъехали люди, объехали нас, пошумели, и у нас клёв перестал. Так хорошо все начиналось. Еще кто-то выйдет. Вот немножко все, что можем. Кушков я отпустил, ёршика забросил. Андрюха только что поймал хорошего окушка. Он кого хочешь вытащит, даже из канавы. Есть сегодня что? Ты что сегодня брал? Чего? У меня самогонка. Не, мешать-то, давай что-нибудь будем пить. Нет у меня только от термоса это. Ну и все. Вот видишь, только подумали, у меня тоже. Только я сказал про закон Павычева, а оно уже подошло. О, Леха обрывился. Все. Ёрш твой иметь. Да вы че, блин, ребята? Че-че? Отметить надо? Просто, наверное. Че, стопочку принесешь? Или за одной по очереди? Вот, на немножко подуло. Ну, обещали, что оно потом подует. Ну, здорово. Сочи не пришли. А мне чайку пришлете? О, ты что, не будешь, на? Горячий. Очень. Здравствуй. Thank you.
Андрюха, на балансир. Лёха таскает, таскает. Дуплет? Нифига! А вы тут балансир. Вот оно, ледовое побоище. В ней сегодня будет праздник у ворон. Андрюха, сказочник, сказочник, сказочник. Во, во, вот тут красная ведерко. Зачем далеко? Желтенькая. Желтенькая, но это... А ну, если мы еще подумаем. Давай, 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 давай. А мне там кто-то сидит, надо его... О-хо-хо! Он уже так, так глубоко заглотил. Ну вот, наконец-то Алексей нашел кабанчика. Еще одного. Так, так не видно, туда его немножко сдвинь. Вот такая потяжечка, да. На голую, да? Иди, да я хоть сниму весь процесс. Сегодня чудесный день на Слободском. Но вот эта вот зараза, она просто везде. Просто везде. Весь день клюет ёж. Вот они у всех лунок, у всех лунок. Там Александр. А машет нам ладошкой. Тоже бродит и чувствует свое счастье. Реально сегодня просто ерши задолбали. Нет слов. Ладно, а так красивейший день на Слободском. Тепло, солнышко. Красиво. С нами компания рядышком. Дед с внуком веселят как могут. Прикольно. Всем добра. Время 20 минут четвертого. Вот. Столько всего окушков и 4-5 сорожек. Не знаю. Ребятам повезло меньше. Но ершей сегодня завались. Вышло солнце. Голубое. Погода вроде бы как и прекрасна. Но... О! Андрюха там тащит что-то. И сразу отпустил. Молодец. Гринпис. Вот смотрите, видите, клюет, клюет, клюет. Что вы думаете, еще нормально клюет? И... Нормально... Не клюет сегодня ничего. Сейчас опять кто-то сидит уже. Кто-то сидит. Вот сидит, 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 сидит. Вытаскивай, вытаскивай, вытаскивай. Оп, ушел. Кто-то ушел, хорошо. Ерши в этом озере очень голодные. Просто очень, очень, очень. И вот, 4 часа вечера, бешеный клёв. У тебя тень просто плохо видно, ты бы сел в солнышко. А ты вон с той стороны снимай. Так, то же самое будет. Льет? Странно, на камеру не хочешь.
Молодец. Только что был невиданный клёв. Всегда, да. Так и нам пора, наверное, как-нибудь съездить на вторичное попробовать. Вот, смотрите, вот такая фигня сегодня ловится исправно. Классная погода. Загоралово. Обалденно. Сегодня у нас было ледовое побоище. Мы все сражались сегодня с мелким ершом. Загубили столько, сколько смогли. Да, Лёх? Лёха главный губитель. А это вот я накосил сегодня. Вот вы не поверите, но это только я. Это. А там еще, смотрите, еще пытается ёрш. Главный враг ершей там. Да. А тут еще хочет один ёрш, но попасться. Хоп. Оп, видите, я вас не обманываю. Этих ершей здесь завались. Но я сегодня брал только окуней и сорожек. Строго сорогу. А вот Андрюха говорит, давай, говорит, закончим на высокой ноте. Хватит. У нас есть чай. Над нами сегодня поиздевались. У нас есть еще бутербродики. Поиздевались над нами сегодня. Все. Нет, надо было сгибаться. Не надо, все. Зря. У рыбы все, как у людей, наживку любит повкусней. Зимой она предпочитает мотыля. Вчера плотва брала везде, сегодня пусто за весь день. Ведь у нее на все особый рыбий взгляд. Это вот озеро. Оно уже скользкое. Там народ. Ой, кто-то мне смс-ку шлет. Там ребята собаку заводят. Что? На Слободском мы закончили в этом году зимнюю рыбалку. Надо как-то выбираться отсюда. Ледок-то под ногами уже трещит.
он и попал на YouTube. Ехал бы где ехал, да? Нет, ему поэкспериментировать надо. Короче, езжай как-нибудь. Дорожка подтаяла, но не критично. Собаки нам уже закинули. Сейчас еще вещи закинем. Люди еще продолжают ловить. Мы оттуда.